Друзья, привет. Знаете, мне частенько говорят, вот ты занимаешься лягушками, а при этом ведь очень любишь обезьян. И да, это правда, мне очень нравятся приматы. Я осознаю то, что это невероятно опасные существа, поэтому никаких средних приматов быть не должно в контакте. Это животные для зоопарков. Но у меня есть приматы мелкие. Приматы вообще доставляют массу проблем, да? Средние и крупные, они, во-первых, очень опасны для людей, содержать их не следует. Но и мелкие постоянно придумывают какие-то проблемы для своих хозяев. В очередной раз были неприятности, которые, я сразу говорю, благополучно завершились. Пойдем посмотрим. Как всегда, у нас не скучно. Мы живем всегда очень и очень интересно. У нас мамочка не может разродиться. И это беда. Как ребята ухитряются катетеры ставить таким мелким? Я как дурачок ходил вокруг, ходил, смотрел, все, надеялся. Два ребенка родились уже. Папа с ними сидит. Ну вот, в какой-то момент стало понятно, что заднее приближение торчит хвостик, никак не выходит. Вот эти три ребенка и вечные. Вечная проблема. Так что мы в клинике. Рекламирую Элвет, ребята. Очень плотно стоит. Я думаю, что тянуть для его плода очень небезопасно. Кисарить? А, вероятно, тут нет. Я думаю, что там тут нет. Мы можем посмотреть на УЗИ, но как бы... Ну, сейчас, скорее всего, сейчас, да. Сейчас на УЗИ посмотрим, потому что он вообще не шевелится. Ну, я думаю, что, знаешь, важно... Да. Не, если, давайте обязательно проверим. Если там плод живой, хоть выходит сердцебиение есть, тогда на кесарево пойдем. Если нет, тогда ну, попробуем посильнее. Да, за нее еще страшно, ужасно. Ну нет, ладно. Ты в рамках разумного просто хорошо.
сейчас будем сердцебиение смотреть. Работаем дальше. Кстати, не сделали? Да, я делала. Ничего не делала. Может, тут еще выдохнуть? Распанься. Мы тебя ложим? Немножко. Я сейчас жду немножко. Не, ну, скажи, немножко началось. Большая голова, да? Я не уверен, что она пройдет дальше. На. Всего прошло. Сейчас подождите. Там же у них же огромные головы, как у них не там такие. Ну, головы большие, но мы же не исключаем гидроцефала, да? Все бывает. Я видела только мертвых и уродливых, но они были такие страшные. Все задумались. Мы просыпаемся, что ли? Да. И мы наоборот сейчас засыпаем. Она немножко помогала нам. Чуть-чуть. Помогала, молодец. У него вообще шеи нет.
Уродец? Ну, похоже, да. Вижу, да. Я не сильный эксперт по обезьянам. Ну, похоже на котенка. Так они мерзкие. У меня такое ощущение, что как будто две головы по размеру. Такое ощущение, что здесь отношение позвонок неправильно. Наверное, ну, сейчас посмотрим. Кожу еще сниму. Ничего, кожу еще сниму. Укутать ее. Что? Укутать ее. Я думаю, да, лучше там принесешь прям. Принесешь еще эту перчатку с такой водой? Что, посмотрим, что. Хоть не горит без него. Их три. Ужас. Бедная девочка. Не порезал сегодня. Не посмотрели. Ура! Терапевты и хирурги, да, разночные. Да. Я просто сделала тебе кровавое зелье, не то чтобы я там в восторге типа. Вот одна женщина, я думаю, женщина. Она как это, как может красиво. Типа маленькая, непонятная, что швы какие-то грубые. Ой. Что? Ну, когда-то сейчас снимешь? Мимо. Бывает. Не, главное, не, я к тому, что она просыпается. А, когда сейчас. Когда-то там, где надо. Я готов держать, если что, потому что она вас, конечно, сожрет. Если она проснется, она вас съест. Она сейчас ее переносит. Да она уже не спит, Женя. Так. Можно я попросить вас сфотографировать? Да, конечно. Конечно. Мамочка, молодец. Мамочка, хорошая девочка у меня. Умничка. Все. Все, сейчас молодец. К детям пойдешь. Сейчас пойдешь к детям. Мать героиня? Где я? Красотка. Что со мной? Ай, правда, красавица. Вот так. А мы хотим, там происходит грязный. Сейчас... И... Ну, вот слушай, так. Мой плед с грелками. И ну, укутали, и да. Положили, и побрили. Тут сразу и парикмахерская. И... Катетер можно будет от сильной не упираться. Отлично. Отлично. Ну, я надеюсь, что все. Сейчас я сделаю. Сейчас будут выделения, но нормально. Что естественно, да. Сейчас все отойдет, все лишнее. Сокращаться будет. Все, у меня аж от сердца отлегло. Вах. Ну, потому что просто я сам не могу без того, чтобы занаркозить, это невозможно. Ты же не потрогаешь, потому что, смотри, видишь, у него череп. А глаза-то есть? Да. Видишь, такое ощущение, что как будто там атлант разросся, значит, позвонок. Да. Ну, он какой-то вот гидроцефаличный, видишь, затылок-то какой огромный. Я говорю, что такое ощущение. А шеи нету, да. На шее видишь, то, что еще тянули в последний момент, потому что я отрывков это не чувствовал. Да. Я достаточно уже сильно тянул. Ну да, все, ненормальная голова. Я говорю, что она не овальная, а вот как будто да, раз овал. С уступом. И второй овал. Угу. Вот бывают уродцы, вот уродец получился. Ну, главное, чтобы с мамой сейчас все было хорошо, потому что маме кормить двух детей. Сейчас к детям вернемся, все будет хорошо. Ура! Все. По счастью, все разрешилось благополучно. На этот раз все очень хорошо. Спасибо нашим золотым совершенно докторам, которые умеют спасать даже таких крошечных животных, как игрунки, и могут это все решить. И теперь папа, как всегда, счастливый, носит детей и отдает маме только на время кормления.